Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также обеспечение безопасности несовершеннолетних в период зимних школьных каникул. В республике стартовал 5-й этап акции «Внимание, дети». Сотрудники полка ДПС первым делом проверяли автомобили на центральных улицах столицы. Проводили беседы с водителями о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров. В рамках данной акции сотрудниками штаба полка проводятся мероприятия на улицах города по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей. Цель акции – это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и снижение тяжести последствий ДТП, в которых пострадали дети. Личный состав ГИБДД ориентирован на повышенное внимание к детям, пешеходам и выявлению нарушений правил перевозки детей. Акция «Внимание, дети» продлится до 11 января 2019 года.